Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше покраску королевского тигра от фирмы ICM. Модель любезно предоставлена интернет-магазином «Я моделист», за что им огромное спасибо и благодарность. И в этой серии мы покрасим шансовый инструмент. Шансовый инструмент буду красить древесиной от фирмы Акан. Баночка уже довольно старая, но цвет мне очень нравится. Я использую для древесины Акан. Ну а лопаты, молоты буду красить Metal Black фирмы Мастер Хобби H28. Ган металл. Черный металл. И после буду лакировать глянцевым лаком Мистер Хобби H30. Ну, приступим к работе. Инструмент буду красить вручную. Сначала покрашу в деревянный. Потом уже буду ганметал красить. Почему я сначала крашу? Чтобы потом, когда я буду уже работать с пигментами, можно было застарить ручки, чтобы выглядело более натурально. Если в конце красить, то потом надо отдельно работать с пигментами, и краски Акан не любят White Spirit, и поэтому лучше их нанести сразу и закрыть лаком или от томии акриловым, или от ганзы Мистер Хобби. Покрасил инвентарь, покрасил кусачки, ручки кусачек, покрасил краской Tamiya XF64 Red Brown, красно-коричневая. Ну и вот, как получается на данный момент КТ-шечка. Сейчас дадим полчаса просохнуть и задуем первым слоем глянцевого лака для того, чтобы нанести декали, чтобы они не серебрились, подложка не была видна, и опять их задуем глянцем. Ну и заодно защитим, что сделано, что покрашено краской Акан. Подсох шанец,
подготовил аэрограф, развел глянцевый лак. Ой. Лак развел в пропорции 1 к 2, так как мне надо тонкий слой. Я его разводил в 2 раза. Лакировал танк, дал минут 40 лаку хорошо просохнуть, и теперь будем переводить декали. Сейчас их положу в воду и подготовлю Mark Fit Strong от фирмы Tamiya. Нанес декали, дал им просохнуть. Где-то минут 30. Все хорошо высохло. Теперь будем
покрывать вторым слоем глянцевого лака. Дал лаку просохнуть, собрал. Очень хорошо, внушительно смотрится, конечно. Нравится мне этот танк. Пантера очень нравится, и королевский тигр тоже красивый. Из советских танков мне нравится Т-34-85 и ИС-3. Ну и ИС-7 тоже красивый танк. Очень понравилось, как легли ИС-7-овские декали. Очень тоненькая подложка, хорошо размягчилась маркфитом. Очень хорошо легли декали. Что, на этом будем эту серию заканчивать. В следующей серии мы будем делать смывку, покрывать сатиновым лаком. И хочу попробовать новую технологию покраски. На сатиновый лак сделать фильтры. Ну и вместе с вами посмотрим, что получится. Обычно я всегда фильтры делал на краску, а тут захотел попробовать такой метод. Ну, друзья, спасибо, что смотрите. Кто не подписался, подписывайтесь на канал, комментируйте работы. Всех благ вам и вашим близким, друзья.